говорят, что этот Виктор заработал целое состояние на боях без правил. Эй! Че? Алексеич, а давай-ка на мои деньги откроем школу детского бокса, а? Вы как хотите, а мне в этом вопросе обсуждать нечего. Забудь уже этот вечер. Ты свою жизнь воспоминаниями портишь. Да я бы рада забыть, Макс. Но только там сейчас в больнице, в коме лежит человек. Он из-за меня там лежит. И выздоровеет он или нет, никто мне сказать не может. Я хотел бы передать вам деньги, которые собрал для Виктора. Ну, хоть чем-то помочь на данном этапе. Я вообще не понимаю, что мне дальше делать. В каком смысле? Что мне с ним, с инвалидом, делать? Давай поднимайся. Давай, К сожалению, Виктор, про спортивную карьеру лучше забыть. Займитесь чем-нибудь другим. Я-то твой текст заценил. Тебе реально надо в этом развиваться. Вить, эти тексты еще лучше, чем предыдущие. Давай попробуем поработать вместе. У вас волевой характер, конечно же. Я просто горжусь вами. Давайте поднимем бокалы за нашего богатыря. Я очень рад, что в моей жизни появился брат.